Но в заключение, вот я есть еще один автор, ну, уже классик практически, авторской песни Сан Саныч Дольский. С ним связана просто у меня тоже история в жизни. Дело в том, что в расцвет своего творчества, когда он активно выступал, это было в городе еще Ленинграде тогда, а я учился в военном училище, военно-морском, и мы не пропускали один концерт. Подожди, подводного плавания имени Ленинского комсомола? Нет, там их было много в то время. Я уже поступал и не поступил. Я учился, а то вы тоже я учился в военно-морском инженерном училище имени Дзержинского, который находился в Адмиралтействе. Белая кость. И мы к Сан Санычу Дольскому ходили на каждый концерт. И даже на одну мою записку он ответил. Что-то там ответил такое хитрое. Ну, в общем, суть не важна. Главное, что у нас состоялся маленький такой заочный контакт. И мы с удовольствием его пели. В общем, он вложил такую свою замечательную лепту в нашу. Вот я хотел бы закончить его песней.